Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как оплатить патент. Ставим карту. Ждем, сейчас мы будем вводить пин-код. Кстати, у кого есть карта Сбербанка, я думаю, знает, как внести деньги. Этого я не буду показывать. Теперь набираем свой пин-код. Вот мы его вводим и ждем. Потом выбираем раздел «Платежи и переводы». Далее мы переходим в раздел ГИБДД, налоги, пошлины, бюджетные платежи. Нажимаем. Выберем поставщика, Федеральная налоговая служба. Нажимаем. Так, далее оплата платежа. Нажали. И смотрим. Ребята, здесь очень важно не перепутать город. И запомните свой город, на каком номере находитесь. У меня, например, номер 3. Вот я нажал номер 3. Ищем свой город. Вводим фамилию. Имя. Нажимаем далее. И ННН плательщика. Так, вот мы ввели. Нажимаем далее. Не торопясь, все проверяем. Проверьте данные платежа. Далее. Все проверяем. Сумму платежа вводим. 4000. Платеж подготовлен. Оплатить. Все. Печатаем чек. Напечатать чек. Нажимаем. Ждем. Пожалуйста, возьмите чек. Все, мы его берем. И, друзья, не забывайте подписаться на канал. Ставьте лайк.